Всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сейчас буду производить вскрытие посылки, которая пришла ко мне из Гонконга или из Китая. Так, сейчас разрежу ножницами. Посылка шла около месяца. Сейчас посмотрим, что в ней пришло. Вот такая вот штучка. Сейчас склею скотч. Так, что здесь внутри? Ага, внутри вот такая вот штучка для крышечек. Вот, видно вам? Так, вот эту вот уберу. Вот такая вот штучка для закрепления крышек от фотоаппаратов. Тут трех размеров можно крышки нацепить, значит, 40,5 миллиметров, 49 миллиметров и, по-моему, 60 с чем-то миллиметров, 62, по-моему, или 65. Вот такая вот цепляется на ремешок, вот здесь вот ремешок проходит, и вот сюда вот крышка щелкивается. Сейчас я вам покажу, как она щелкивается. Сейчас скрою. Вот. Вот такая вот крышка, видно вам? Вот. Берется вот так вот. Вот так вот берется и щелкивается. Вот. Чтобы не потерять крышку. Потом снимается и защелкивается на фотоаппарат. Короче, очень хорошая вещь, чтобы не потерять крышку от фотоаппарата. Продавцу огромный респект за то, что он мне прислал то, что я у него попросил. Всем счастливо. До новых встреч на моем канале. Всем зрителям. Счастливо.